56 была, прям таки не нарадовалась. И кто говорил все время, какая я худая, какая... Как говорится, наросло и суммарно вывесило на 96 килограммов. Такой расклад Елену Селиверстову не устроил. Так что-то захотелось мне резко похудеть, изменить свое тело. Уйти в минус и за 4 месяца сбросить 10 кг Елене помог региональный проект под названием «Дистанционный контроль веса тела». Естественно, худеет не в гордом одиночестве. Вместе с ней за стройность и здоровье сражается еще добрая сотня ульяновцев. Наибольшего эффекта достигла Аксения Валько. Здравствуйте, можно? Здравствуйте, давай. Садитесь, За 4 проектных месяца Аксения распрощалась с 20 килограммами. Была 126, а сегодня на весах... 106 килограмм. Более активная стала, давление нормализовалось у меня. Одышка более-менее пропала, не такая, как раньше была. Все преобразования под единым и согласованным контролем трио специалистов – терапевта, диетолога, эндокринолога. Еженедельно все участники проекта отправляют медикам отчетные дневники с количеством пройденных шагов, показателями веса и артериального давления. Ежемесячно лично приходят либо в 4-ю городскую поликлинику, либо в Центр общественного здоровья. Перед каждым исследованием, перед, допустим, началом исследования, все пациенты проходят обследование в Центре общественного здоровья, где им определяют и индекс массы тела, и состояние сердечное, дыхательное. То есть они проходят полностью скрининговое обследование. И такое же обследование мы проводим в конце. Это не изнуряющие какие-то диеты, это мы меняем образ жизни. То есть те, кто когда-то не решался на физические нагрузки, они начали ходить на плавание, кто-то на ЛФК, кто-то ходит на фитнес, кто-то... Именно просто занимается физической нагрузкой, это быстрой ходьбой. Минимум 8000 шагов каждый стройнеющий делает ежедневно. Так что ноги заняты полезным делом, а на руках не менее полезные приспособления. Их выдали на старте проекта. Это трекеры физической активности, весы, жироанализаторы и автоматические тонометры. В целом программа рассчитана на полгода, 4 месяца уже позади. Кстати, это второй набор, а будет и третий осенью этого года. Участие бесплатное, результаты меняют жизнь. Планирую я еще потерять еще 10 килограмм. И не буду, наверное, уходить. Так же продолжать буду посещать эту группу. Татьяна Домоданова, Сергей Рябухин, репортер 73.